Смотри Comedy Club каждую пятницу в 21.00 на ТНТ и помни, если разговариваешь таким голосом, потому что болит горло, попробуй Tantum Verde Forte. Tantum Verde Forte – двойная сила против боли в горле специально для взрослых. Всем здрасте, Олег на запястье. Короче, слухай сюда, в общем. В Дубае сейчас очень много людей из России. Поэтому в дубайских двориках все чаще звучат другие песни. Официанты на кабате всем про сеху. Песня на разрыв души, дубайская, дворовая. Давай лобай, чернявенький. Простой пацан, обычный олигарха, сына Порш Каен, одетый в Гуччи и вселина на краса. Просто девчонка во дворе, отец полпред, а мать полковник МВД Картье дарил. На майбахах ее возил и под окно ей Тимберлейка привозил, их не люби. Завидывали во дворе у паруса и Бурж-Халифы в Дубае. Лучшая пара во дворе Дубая, таких миллионы, у кого миллиарды. Но вот беда, пока он с нею зависал, его отец в Москве под санкции попал и одолел. Парнишку вдруг ужасный страх, ведь от отца всегда зависел его страх. И рухнул мир, и рухнул мир. А с ними виза с мастер-карт из кошелька. Джигановы хиты исчезла как из Лады Весты АБС пропала вся, как газ в хранилищах ЕС. И захотел парнишка прыгнуть из окна, но высота Феррари низкая была, и он упал, прям с полуметра на разбил винир и поцарапал маникюр. Все рыдают во дворе Дубая. Вот она, сука, любовь какая. И с той поры промчалось 36 часов. Он горевал и не выкладывал постов, не пьет мое. Кальян не в кайф ему уже, и он решил затрахать трещину в душе. Зашел на сайт Escort Dubai, писточ.ду и на наугад. Он заказал себе одну, открылась дверь.
в комнату зашли, потом лицо и ягодицы подошли. И в этот миг пацан до речи потерял. В эскортнице он ту девчоночку узнал. Сказал, что отец мой больше не был прежним. Такая жизнь, он со вчера иноагент. Взглянул в глаза, любовь жива, вдруг понял он, и потекла. Все один в один, как в легендарном фильме «Ирония судьбы». Я бы сказала по мотивам. Но у меня тут целое кино. Ко мне в квартиру всякая пьянь из бань попадает. Бывшая хозяйка поэтому отсюда и съехала. «Самоирония судьбы». 31 декабря в 21:30. Новогодняя премьера на ТНТ.